Всем привет, с вами нетипичный фермер. Сегодня я занимаюсь высадкой рассады в грунт. Высаживаю вот такие вот шикарные перцы, которые вырастила. И немного расскажу и покажу, как я это делаю. В прошлом году я была беременна и очень боялась, что не справлюсь со всем своим большим огородом, что с животом мне придется полоть грядки, и я застелила абсолютно все свои грядки черным укрывным материалом. И какое же было счастье, что к сорнякам больше я ни разу не возвращалась. И в этом году я делаю то же самое. Раньше я выращивала на черном укрывном материале только клубнику, сейчас я выращиваю абсолютно все овощи. И вам, кстати, советую это делать. Под черным укрывным материалом у меня находится полив. Я уже показывала вам, как выглядит мой капельный полив. Можете видеть это в предыдущих видео. Обычными ножницами я делаю разрез крест-накрест и сажаю рассаду. Вынимаю из стаканчика. Рассаду за сутки до этого я не поливаю, чтобы она легко выходила из стаканчика. Обратите внимание на корневую систему, насколько она хорошая, здоровая. У меня есть вот такая штучка от фирмы Gardena, есть, наверное, и других фирм. Она служит для того, чтобы сажать луковичные растения. Я же использую ее для посадки абсолютно всей рассады. Делаю ей вот такое вот углубление. И размером оно получается ровно под мой 400-миллиметровый стаканчик. Вставляю, слегка подсыпаю грунт по бокам и закрываю укрывной материал. Все, больше корневой системе я больше не буду. Перца ни в коем случае не нужно заглублять. Заглубляю я, если есть только воздушные корешки, просто их подсыпаю. Полив теплой водой, обязательно теплой водой, потому что перцы, для перцев всегда стресс и пересадка. И они очень любят нежный уход. Поэтому теплая вода, разговоры под луной, шутка. Следующим шагом абсолютно все свои перцы я подвязываю. У меня обычный шпагат, и я делаю свободную петлю, не затягиваю ни в коем случае растения. И вот таким вот образом все у меня к этому домику, они подвязываются. Домик мне служит два в одном. Во-первых, это подвязка растений, и я люблю выращивать перцы под укрывным материалом. Завтра я все закрою белым укрывным материалом, и так они у меня будут расти до сбора урожая. На всех растениях в этом году у меня висят вот такие бирочки. Таким образом я их маркирую. Подписывайся на мой канал, тут будет интересно. Твой нетипичный фермер.